никогда не выходил. Поэтому сталкеры никогда к Великой Библиотеке поодиночке не выходят. Если один на крепость сходится, другой... Man, this is just so cool. Just love exploring these, this area here. Этот проход открыт только для местных жителей. Yeah. Покиньте эту зону. Screw you two. Любые калибры. Лучший курс. Да мне вообще ничего не слышали? На проспекте случилось вот подобрить смену. Отойдите от ворот. Выход закрыт. В сторону. Can I buy a drink from my handsomely... Вместо того, чтобы ракеты бить, I don't have anything to follow up with that. My handsome friend in glasses, I suppose. Значит так. Было уже поздно. Потому что оружие это уже всех внутри сожрало. I want your AK now. Dude, I'm not gonna go risking my life anymore for you, random guy who I just met in the back alley. Будто сам не знаешь. Метро, проспект Мира. Ну, давай пульки и проходи. Сегодня даже другие станции. Я уже Михи забашлял. Это земля. Но мне-то ты ничего не платишь? Системы. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Кто-нибудь знает, как называется наша галактика? Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. All right. Был уверен, so товарищ... going, Все по местам, прикройте меня. Going outside. Если меня сейчас кто-то слышит... Maybe I should have bought some shotgun bullets. Да вроде все спокойно. Люди, если вы живы, ответьте. Слышите меня кто-нибудь? Это Москва, прием. Удачи. Спасибо. Если меня кто-нибудь слышит, надо валить отсюда по-быстрому. Держи! Бурбон, держи его! What's going on? Держите их! Пошли, пацанчик. Okay. Well, you know, they can just open the gate and follow us, right? Dead City. Как описать чувства, когда после 20 лет в туннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище? Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. А теперь будь очень, очень настрём. А вот и счастливые жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Ну там волыны ищут, маслины, технику действующую. Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. How morbid, like snowmen in rags. Обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности схроны мастырят, куда добычу стаскивают. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Alright, well, sounds good enough. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут и маслинок насыпало. Is there anything else here? Anything else we can scrounge up? Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Alright, but I think this is the perfect place to stop this for now. So thank you guys for watching. This has been Joseph, he's one of Estellan, and I certainly hope you have enjoyed the first glimpse of Metro 2033. I know I certainly have. Okay, yeah, sounds good. But anyway,
So I'm quite looking forward to see what's going to happen for the rest of this game. So for now, it's going to be me signing off, and I'll see you guys later.